Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами новостроек в Рязани. Сейчас покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Акцент», который строит застройщик группы компании «Единство» в Рязани на Московском. Смотрим. Так, ну смотрите, перед вами сам жилой комплекс «Акцент». Что хочется сказать, приятно было самому посмотреть то, что вот с правой стороны, видите, третий подъезд уже закрывается под крышу. Сейчас я приближу камеру. То есть вы видите, последний этаж уже закончен. И вот наверху вот эта вот такая шапочка, это, в принципе, работа по крыше. Здесь будет уже завершение строительства вот этого третьего подъезда. Так, ну смотрите, какая красота. Во-первых, погода сегодня классная. Хочется даже вот снять, показать. Смотрите, фонтан здесь такой работает, парк, люди гуляют. Соответственно, все это будет в распоряжении жителей жилого комплекса «Акцент» в дальнейшем. То есть красивое такое вот место для не то что проживания, а для прогулок. То есть вот смотрите, детишки как резвятся. Сейчас вам приближу. Кстати, кто не знает, мало ли живете рядом или в Рязани, я многих людей видел, слышал даже, что некоторые о таких вещах, вот, ну, о том же вот этом фонтане, многие даже и не знают. Проезжают мимо на машине, а так вот, смотрите, детишки мокнут, детишки сюда приезжают. Даже вот я смотрю, люди приезжают со сменными майками, трусами, дети тут набегаются, намочатся. Ну, классно. Поэтому, если вдруг есть желание, пожалуйста, приходите, также можно отдохнуть, особенно сейчас в жаркую погоду. Так, по акценту что? По акценту квартир в продаже есть, и однушки, и двушки, и трешки. Будет желание, конечно, обращайтесь. Первый дом такой вот серьезный, после каких-то там, не знаю, я не помню, 2000-х годах, 90-х, был у нас запрет на строительство домов, помните, с газовым отоплением, там, выше 14 этажа. То есть вот это один из серьезных таких вот проектов, где будут электроплиты. То есть мы по таким немножко московским ценам, схемам строительства жилых комплексов уже вот у нас приближается к этим нормам. То есть это первый дом, такой серьезный жилой комплекс именно с электроплитами. То есть сейчас, вот, знаете, принято решение, то есть все новые дома будут также у нас с электроплитами, от любого застройщика, это не важно. Вот тут как бы, скажем, первая такая серьезная ласточка. Так, что это? Ну, сейчас вам покажу, что вообще происходит. Это, соответственно, парк. Тут кругом зеленая зона, куча магазинов, транспортная развязка, всякие остановки, все это как бы все вокруг, кто знает район. Но тот знает, кто не знает, то послушайте, если надо, убедитесь, посмотрите в интернете. Вот тут такая развязочка, там дорога пошла в Приокске, Конищевая, на Северную окружную. Эта дорога идет в центр, по Московскому шоссе, в сторону Площади Победы. Так, вон машина сейчас заезжает, наверное, тут... А, ну тут сейчас все поливает, тоже хорошо, видите? Все-таки смотрят за территорией. Ну, опять, жилой комплекс «Акцент», пожалуйста. Приятно было самому увидеть и вам, соответственно, показать. Большой привет всем, кто купил квартиру здесь с моей помощью. Смотрите, дом строился, как я как бы и говорил, ну, как и застройщик говорил. В принципе, дом строится и приближается время получения ключей. Все позитивно. Вот такой вот ролик. Так, ну, хорошая погода. Показал вам дом. Приятно было самому посетить. Солнышко, фонтан. Приятные впечатления. Дом строится, вы видите, квартиры в продаже еще есть. Нужна какая-то информация, консультация, планировки, звоните мне по телефону 8-910-973-33 или пишите вайбер, ватсап. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Внизу ролика в комментариях оставляю ссылку на сайт с ценными планировками. Также оставляю ссылку для подписки на канал о недвижимости в Яндекс.Дзене. Тоже, если надо, подписывайтесь. Ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.